Мы на месте. Мы приветствуем Татьяну, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она доверит. И она показывает, у нее и на руках, и на ногах такие толстые пластины. Это как когда делает при остановке сердца разряд. Да. На сердце медики делают вот такие пластины. На руках, и они да. ее на руках, а на ногах. А на голове ничего нет? Есть, в глазах у нее что-то есть. Как хорошо. Две трубки вставлены и крутятся. Сканер, выводи эти трубки из глаз. Выводи эти подключки на руках и ногах. Все чипы выходят, связанные с этими подключками. Готово. Отправляю это все в клетку-тюрьму. Больше ничего не мешает? Нет. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Татьяны под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Татьяны, находит все. От артефакта выстраиваются прямые каналы к ответственным, притягивая их в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Здесь гуманоид, и у него есть еще на шее подключка, за которую он дергает, как веревка. На Татьяне эта подключка стоит, да? Да, на шее. Хорошо, сканер. Отключай эту подключку и выводи ее полностью со всеми чипами и датчиками, отправляя в клетку-тюрьму. Да. Хорошо. Итак, гуманоид, откуда ты? Сириус, тема идет, два слова. Хорошо. Быстрая прямой канал с гуманоида, если он с кем-то связан, притягивай в клетку-тюрьму. Нет, он один. Сколько ты присутствуешь в этом биополе? 7-8 где-то дней. 7-8 дней. Как объяснить твои подключки, которые бьют током? Ты глумился? Он показывает, что это веревка, которая на шее была, она как лассо. И у него есть плетка, которой он бил и как по кругу ее водил. Водил он ее по кругу, чтобы ее било током, и энергия от нее шла, она как разряды показывает. И зачем ты это делал? Есть разрешение на пребывание в этом биополе, контракт или что-нибудь похожее? Говорит, что дань надо отдавать моей цивилизации. Дань? В каком смысле? Что она должна твоей цивилизации? Признать себя рабом. Ты сейчас серьезно говоришь? Серьезно. Настроили защиту. Умные стали. Забыли, кто здесь хозяин. Хозяин? Посмотри, где ты находишься, хозяин. Ты находишься в клетке-тюрьме. И ты стоишь буквально очень недалеко от того, чтобы я сейчас достал живую плазму и вручил тебе ее в руки лично. Но перед этим я могу тебе сделать еще пару дырок по 5 миллионов герц каждый. Дань твоей цивилизации. Мы вас всему научили. Вы очиститься захотели. Чему ты получится. Меня? Чему ты меня научил? Меня конкретно, лично. Или, скажем, Татьяну. Тебе, по-моему, какая-то мания непонятного величия. Технологический процесс. Не слышал об этом. И что? Ну, привезли вы на Землю, принесли эти технологии, этот искусственный интеллект. Люди будут за это платить. О какой дани ты можешь вообще говорить? Ладно, хорошо, это пустой разговор. На настоящем этапе начинаем с реверса энергии. Я сюда тебя поднял не для того, чтобы с тобой разговаривать о нейтральных темах. Даю команду тонкой копии Татьяны спроецировать все энергетические и сферические каналы гуманоиды его артефактом, даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены, низкая аббрационная энергия, откат всех негативных программ и негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Татьяне. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней, все, что она могла получить от него, возвращается назад. Усилие потоки в 100 раз. Как произошла подключка? Где это было? В доме, за домом, в другом месте, на улице? На улице. Угу. Ты ее караулил? Я контролирую. Что ты контролируешь? Территорию. Там, где она живет? Там, где она ходит. Хорошо. Значит, ты контролируешь ее. Ты не контролировал. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса Татьяна забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они взяли, до последней капли возвращает Татьяна себе обратно. На хозяйка своих энергий возвращает все свое себе обратно. Она могла избежать твоей подключки? Сидела бы тихо, не вылазила, может быть, и избежала бы. Сидела бы тихо, не вылазила, может быть, и избежала бы. Мне твой тон начинает, честно говоря, уже немножко напрягать, гуманоид. Реверс закончился. Сканер, дай мне полноту души Татьяны на настоящий момент. 100%. Хорошо. Сканер, просканируй сейчас Татьяну на чистоте гуманоида и этих артефактов его. Не осталось ли что-то, что мы еще не вытащили? Чисто.
Для команды на рассинхронизацию Татьяны с гуманоидом и его артефактами на счет 3, 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белый свет Татьяне, этим светом наблюдали все все негативное патогены низкой вибрационной чужеродной, находящейся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Да, и шар. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя, даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. На чистое. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3. 1, 2, 3, удар. Отлетает канал и отстегивается, открывая воронку в галактическое ядро. Канал улетает на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Как вы себя чувствуете, Татьяна, сейчас? Ушло напряжение, мягкость внутри приятная. Шум нету больше? В голове не шумит? Нет. Хорошо, мы еще заправим энергиями, все это уйдет. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, гуманоид Сириуса, система 7-8 дней находился в биополе, было нападение, вставил ей трубки в глаза, установил пластины на руки и ноги, ее постоянно било током, у нее еще какая-то плетка есть. Говорит, он пришел дань собирать, что мы, мол, понастроили здесь. Забираем. Благодарю тебя. Уничтожить. Под всеми артефактами открываю воронку в галактическое ядро, и все это мусор уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Посмотри, сколько энергии нужно Татьяне, какая частота вибрации. Вера? 350. Да, и что? 24. Значит, три макушку головы Татьяны начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает, все необходимые ей цвета начинают поступать, мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 24 Гц. Пошел подъем. Здесь Ли просто показала, что есть платы возле подъезда, где она живет, и они будут убраны, платы гуманоида. Понятно. Нам не надо ничего делать, да? Нет. Благодарю. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Татьяна, мы закончили вашу чистку. Как вы сказали, вы чувствуете себя хорошо. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую купить Татьяну в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем каждому органу клеточки извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.